Сегодня у нас зимний день, морозно. Больше 20 градусов мороза. Я выглянула в окно и увидела синичку, которая прилетала на кормушку. Сейчас сидит на березе перед окном и питается семенами подсолнуха. Это большая синица. Одна из многих, которая прилетает на кормушку. Почистила клюв, поджала лапку и снова полетела на кормушку. А это другая синица, которая тоже побывала на моей кормушке. Небо голубое сегодня, светит солнце. Отличная морозная погода. Синица как шарик разноцветный.